это и так. Там тебя и будут, да? А ты херня, потому что там тебя и будут, да? Там всех и будут. Там киберкотлеты какие-то. Эх, будь мы здесь с правильными людьми, мы бы их ебали тоже. В свободном режиме, свободный режим это самый топовый, типа, а все остальное это аркада. Так я только в свободном режиме играю, чё. Да, я тоже. А как вообще другими режимами пользоваться, типа? Ну, типа, ты... да, в свободном режиме разбросаны различные хуйта. А, значит, да. Ты ко мне вообще зашел, нет? Да. А где ты? А, вот ты где. Ну, с таким мы не церемонимся. Блять, нахуя? За что? Да я все, не буду больше. Че? Погнали, на чё, тебе чё нахуй, будем блять. Соси хуй. Что соси хуй? Че ты сделал? Десятый, блять, пидор ебаный. Что случилось? Ты меня наебал, блядь. Что? Я так и знал. Что случилось-то у тебя? Какой десятый? Кто? Что? Блядь, я на тебя посмотрел. Такой десятый получился. Чего ты несешь вообще? Ты какой-то странный. Пермь. Да? Да, ты говоришь, что? Ой, бля, как способность взять? Не подходи ко мне! Блядь, что с камерой в HDR2? Сказочные дебилы. Стоп, а мы не в одном, типа, лобби? Мы в одном. А почему вы мне показываете, что ты как сказочный дебил, и ты у меня красный? Потому так... что я в другом отряде, я в своем. Нахуй, блядь. Блядь, так еблан, я же тебя пригласил в свой отряд. Нет. Какой же ты, ты меня пригласил в сессию. Тупой, нахуй. Вот, заходи в отряд. Чё, куда пойдем? Блять, я тебя в сессию пригласил. Ты еблан, я тебя вот это пригласил. Ой, блядь, ты меня в сессию пригласил. В отряд. Блять, заходи ко мне. Ты знаешь, какие у меня есть возможности, а каких у тебя нет? Ну какие, какие у тебя есть возможности? У меня есть лицензия охотника за головами. Мы можем охотиться за головами. Она у тебя есть? Есть, конечно. Не думаю. Так ты, да? Просто, блядь, уёбок, потому что, понимаешь, уровень. Ты просто не хотел заходить в мой отряд и хуйню какую-то сотворил. Да-да-да, конечно. Сказал я тот, который... Я твою лошадь сейчас ёбну. Блядь. Хочешь раз на раз? Нихуя ты наглый. По-моему, она боится. Гранд Зет Авто. А чё слез? Садись. А, у нас френдли фракция отключен. О, подожди, поехали. Мне надо расстояние преодоленное в седле с членом отряда в футах. Давай, поехали. Просто едь. Нам надо, мне на расстояние накачать, у меня задание. А у тебя есть такое? Блять, похуй вообще. Езжай, короче, знаешь куда? Короче, в лагерь пиздуем. А до лагеря дохуя ехать, но задание надо же тебе выполнить. Подожди, так это твой лагерь? Да, это мой лагерь. А какого хуя сессия же моя? Блять, сессия не твоя. Ты пригласил меня в сессию, в которой находится еще дохуя людей. Чего, если блядь? Находится. Ну ты, так, ты... Мы только вдвоем здесь с тобой. Зайди, ты кого-нибудь свободный, видел? Поблизости, поблизости. Тем более сейчас ночь. Не все играют. Поблизости? Я игру с деликта. Поблизости. А сколько этот еще в других штатах? Блять, твоя лошадь мешает. Тут нет игроков, тут только боты у нас, пока мы не зайдем в сервер-перестрел какой-нибудь. Игроки есть, но они вдалеко просто. Блять, я столько играл, ну 10 уровней накачал. Ну точнее 30. 10 уровней. Да. И ни разу не встречал игроков других на карте. Ты что-то пиздишь, по-моему. А, ты реально какой-то человек. Я, блядь, столько играл и, сука, блядь, каждый раз вижу какого-то чела, который мимо меня проезжал. У него еще написан ник над головой, прикинь, так? Представляешь? Есть, скажем, едь. Еду, еду. А твоя лошадь называется Кошм, да? М?
Твоя лошадь называется Кожан, да? Нет, она аравийская, поэтому я назвал ее в честь Battlefield 1, типа этот, Лоуренс Аравийский. Понял, да? Нихуя, он умный. Блядь. Чё, выносливость закончилась, что ли? Нет, стой. Ну, отчасти да, во-вторых, я забыл, как дрифтить. Арабский дрифт идеально подходит. Арабский дрифт. Не, постой, надо вспомнить. Я покажу. На R1. Ой, на R1, по-моему. Я вообще могу уже вот так вот делать. Ну это R1. А дрифтить я забыл когда-то уже. Надо на квадрат что-то. Все, выполнили задание, давай. Что теперь делать будем? Ща, постой, постой. Во, дрифт. Вроде это. Да, какой-то это дрифт был. Хуйню сделал какую-то, блядь. Вот, да, это дрифт. Так, мне, короче, надо грибов-баранов собрать. Завершить гонку, все. Погнали гонку. Да, блядь, игроков гонки убито это... Подожди, игроков убито в событии свободного режима, это как? Игроков, которых ты встречаешь. Продать перья, мне надо перья продать. Так, расстояние продаленное на угнанном поезде. Погнали, в смысле, угнанном поезде. Мы можем поезд угнать. Да. Ебать, погнали угоним поезд. Ну пошли. Так, я сейчас тебе на пути поставлю метку. Нам до этого поезда хуярить, блять, я эту метку не вижу. Так я не ставил еще. Блядь, так я этого. Вот пути я прямо здесь. Я прямо эту метку здесь видеть и не буду. Ты, блядь, будешь ее видеть, чел. Нет. Вот, пути прямо здесь, моя метка стоит. Моя метка стоит, пути прямо здесь. Ничего у меня остановись, тут не стоит. Остановись, ебла. А почему у меня здесь тут ничего не стоит. Блядь, ну, чё это за хуйня? Ты чё? Это моя метка. Чё, не видишь, что ли? Там красная хуйня. Это моя метка. Это игрок. Что? Нет! Блядь! Куда? А почему твоя лошадь его не боится? Почему я не могу стрелять? Погнали. Ай, ты меня толкнул. А где он? А, что типа произошло? Ты его не видишь? Куда? Где я он? Я медведя убил. Сейчас, а постой. Сейчас, постой. А почему не свяжутся? Подожди, почему не свяжутся? Во, все, видишь? Смотри. Свяжевать типа его можешь только ты? Шкура. Ну, видишь шкуру? Ну, если его убил, то сожрать его можешь только ты. Ну ладно, тогда. Так, погнали, я на своей. Теперь ты на мой залез. Ладно, давайте, давай я на твоей. Не-не-не-не-не, слезай. Чё за седло, кстати, у тебя? Обычное седло, я его не менял, вроде. В смысле, а как у тебя бесконечная выносливость? В смысле бесконечная выносливость? Это... А, ты тоник выпил? Да. Ой, я забагался. Вернись ко мне. Как с деликты, блядь. А, всё нормально. Блядь, тебя убить? Не-не-не. Ну ладно. Ну-ка, скинул мне шкуру медведя быстро. Нет. Да ты охуевший. Согласен. Стрелять буду. Ну ладно. Обидно, что я живу в стране, где ну ладно. Подожди, у меня здесь на карте показываются рельсы. Где они, блядь? А, это подводные. Это, блядь, подземные перелез. Точно не понятно. Так, может мы... А где мы будем ждать поезд? Давай. Я не вижу твою метку, алё. Мы сейчас в лагерь идем. А, ну ладно. А, вот как раз там на подходе к твоему лагерю есть, собственно, железная дорога. Видишь? А зачем тебе выполнять эти миссии? Да, блядь, я хочу поезд ограбить, мне похуй на миссии.